Ивантеевка – это крепкая вера. Смоленскому храму 210 лет. Памятник архитектуры федерального значения. Архитектор Михаил Бакарев. Настоятель храма благочинной церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Напротив храма находится ротонда с памятником святителю Николаю, автор Георгий Потоцкий. Георгиевской церкви в Новоселках 280 лет. Старинный храм никогда не закрывался. Всем миром строим храм новомучеников Ивантеевских, священномучеников Александра, Павла и Николая –